Кстати говоря, что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Белоруссией, это, ну, просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с объединенным ураном. Ну, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе, на свое тактическое ядерное оружие. В 6 государствах. Это, если память не изменяет, это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. Ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть. И мы договорились, что если Беларусь действительно, в этом смысле Александр Григорьевич прав, он говорит, ну, слушайте, мы же ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время. А когда и при каких условиях может быть передано само оружие? А мы не передаем. Ни США своим союзникам не передают. Они просто... Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они имеют на определенных странах у союзников и готовят их носители, и их же готовят экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил.